невероятный динозавр Тарнотавр был найден в Аргентине. Название означает «бык-мясоед». Видимо, просто «бык» — это недостаточно круто. Выполнено. Спасибо. Принято. Без проблем. Добавляем в список. Займитесь этим контрактом. Чувствую, мы оба об этом не пожалеем. Давайте не будем спорить из-за мелочей. В целом, это отличный контракт. Я не считаю себя героем за то, как спасал в прошлом посетителей парка. Ведь кто угодно на моем месте поступил бы так же. Сделал бы то же самое. Только вот никто, кроме меня, этого так и не сделал. А я сделал. Героически. Принимаю запрос на сбор активов. Выдвигаюсь забрать актив. Так, да прибудет с вами темная сторона силы, совсем забыл. С вами Дарт, и продолжаем играть Jurassic World Evolution, да. Так, защита 80, да, нужно защиту побольше сделать. Болотистый, давай. Так, что у нас там? Архив персонажей. Билл Хильдебранд, да? Мы, по-моему, читали. Бен Хильдебранд был парнем Аманды Кирби после ее развода с Полом Кирби. В мае 2001 года Бен взял сына Аманды Эрика кататься на водном парашюте вдоль побережья Исла-Сорна. Двое наслаждались полетом, пока их катер не зашел в облако тумана. Когда лодка вышла из плотной завесы, оказалось, что на борту больше никого нет. Бен смог отцепить веревку до того, как катер врезался в скалы. Хильдебранд направил парашют в сторону суши, но при приземлении врезались в дерево. Бен погиб, а Эрику пришлось выживать на острове в одиночку. Тело Хильдебранда обнаружили доктор Грант, Билли Бреннан и родители Эрика во время их спасательной миссии. Кен Уитли. Наемник, нанятый Элли Милсом для спасения динозавров с Исла Нублар. Умелый, бесстрашный лидер, не отступавший ни перед чем ради достижения цели. Короче, чел, который зубы воровал у динозавров. Формация Тендагуру. Первые окаменелости в танзанийской формации Тендагуру были обнаружены в 1906 году исследователем Бернхардом Вильгельмом Сеттлером. Эта формация позднеюрского периода возрастом около 150 миллионов лет, названа в честь холма Тендагуру, где были впервые обнаружены кости. Одна из крупнейших каменных формаций позднего юрского периода. Формация состоит из наземных отложений с вкраплениями песчаника и сланца. Вероятно, раньше здесь была полупустынная местность с несколькими реками и озерами. Район был богат растительностью, папоротниками, хвойными деревьями, саговниками. С наступлением мелового периода климат стал более влажным. По разнообразию видов формация сходна с североамериканской формацией Моррисон. В этом регионе обнаружены яйца и останки динозавров. Здесь можно найти кентрозавра.
Так, я знаете, что подумал? Так, ну хочу посмотреть на карнотавров. Как им тут живется. Общительность, да, только двоих выдержит. Им норм, да? Лес, пастбище, да, им норм. Вот это красивый какой-то. Посмотрим, как карнотавр с ним справится. Офигеть, он нападает на гиросферу. Что-то вообще какие-то окаменелости. Так себе. 2% сейчас тупо прибавлю. И все. Слабовато как-то. А, не, жизнеспособны. Нормально. Давайте почитаем. Местный кентрозавр крупнее, чем доисторический предок. Доисторический был в длину не более 5 метров. В росте там 1,5 и весил 1 тонну, а тут 3 тонны. Так, рост 2,4 метра, вес 3 тонны, длина 8,5 метров. Кентрозавр не крупный стегозавр, когда-то бродивший по Африке. Его название означает «колючий ящер». Как и у других стегозавров, для защиты у кентрозавра был шипастый хвост, но его спинные пластины напоминали шипы в большей степени, чем у знаменитого собрата. Полные скелеты кентрозавра пока не найдены, а все обнаруженные фрагменты происходят из формации Тендагуру, Танзания. Формация Тендагуру представлена морской и приливной средой с низкими прибрежными зонами. Здесь были субтропики, в которых на смену сезона дождей приходили сухие периоды. Это уже поинтересней. Ну что там, анкилозавр живет? Норм? Ищет еда, вот еда есть. Давайте пока посмотрим, что у нас с архиорнитомимом. Болотистый добавился типовый ген. Барионикс. Тундра добавился. Тундра, да, добавилась. Брахиозавр, что скажет? Добавился болотистый ген. Прикольно. Тут их вообще дофига. Так, а у этого что? Добавился какой-нибудь ген? Нет, у этого не добавился. Лесной. Да, уж легче дождаться. Так, смотри, сколько осталось динозавров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 видов, 2 острова. И еще дополнение я куплю. Там 3 вида добавят. Процератозавра, гирерозавра и этого. Как его? В смысле? С показателем защиты не менее 80 пути.
Ну? Я что-то не понимаю сейчас или что? Защиту 82, что ли? А, пофиг, давайте еще одного выпустим. Так, они же по алфавиту здесь, да? Да, защита 82, это я не доглядел. Болотистый, давайте лесной. Охрана и безопасность — две стороны одной монеты. И вы заработали эти монеты. Хорошо сработали. Во. Наша работа — дарить людям чувство без... Уже поздно. Так, здесь магазин подарков, а здесь что? Магазин игрушек. Давайте магазин одежды, что ли, поставим. Угу, так вот куда? Он не влезет тут, наверное. За время моей работы... Дамы и господа. Их и так уже много. Попробую следить за всеми. Но производство только растет. Судя по всему, с вашей помощью. Не то чтобы я жаловался. Считайте это просто наблюдением. Ну или предупреждением. Так, сколько я уже заработал-то? Да, непонятно, да? Ну, думаю, половину, 175 тысяч долга. Нужны другие контракты, которые можно выполнить побыстрее. Так, что у нас тут? Тут тяжко. Зухамим вообще тяжко. Сразу задание будет дано какое-то.
Новый. Я только что дочитал новый конфликт. Он издевается. Ну и где смерч? Есть новый контракт. Я хочу, чтобы вы над ним подумали.
Забираю актив. Да, долго эту безопасность я буду выполнять, конечно. Ой. Думаю, вас заинтересует этот контракт. Меня он заинтересовал. Да, только как его выполнить, потому что Зухамим не дастся. Слушайте, в самом конце. Слушайте, я знаю, в отделе безопасности ищут способы управлять динозаврами. Может, новый геном для этого и годится. Но этим животным нужен не контроль, а понимание. Доверие и уважение всегда взаимны. Буду краток. Есть новое задание. Ознакомьтесь. Скоро уже будем создавать кентрозавров. Латушки, латушки, где были у бабушки? Давай. Либо ты создавайся, ты очень долго, я так понимаю, да? Надо долго их ждать. Легче дождаться, когда уже они добудут мне этого. Но это, по-моему, последний заход будет. Чё это? Только давай этот тарозавр, да? Ты офигел, блин? У тебя 70 живучести. Необходимо забрать актив.
заполнением кормушки. Принято. Припасы на подходе. Без проблем. Задание получено. Добавляю задание. Принято. Добавляю задание. Так, где наш кентрозаврик? Сколько у тебя окрасов? Ух, много. Ух, много. Так. Он решил поспать? Окей. Интересно, кто победит? Кентрозавр уже на следующее оставить и выполнение всех этих заданий по безопасности тоже. На следующий раз их оставить. Сейчас я дождусь хотя бы, когда продадут этих тарозавров, там новое задание выберем. Может, эти подерутся, боевая слава, да, они подерутся. Боевая слава сейчас у него прибавится. Просто думаю, зря я, наверное. А, ладно. Ну, типа задание провалю. Ну, из-за того, что кархародонтозавр почти настолько же сильный, сколько индоминус. Я могу его послабее сделать.
Так, боевая слава у него что, сильно повысилась? Выдвигаюсь забрать актив. Я отмечу, что задание выполнено. Поздравляю. Я молил небеса о возможностях вроде тех, что открывает этот контракт. Уловили намек? Ну что ж, дорогие подписчики и зрители канала, с вами был Дарт. Сегодня мы провели отличную серию, я считаю, да? Кентрозавра посмотрим уже в следующем видео. Надеюсь, это вам понравилось. А хотя, знаете, давайте. Так, у меня было побережье, у меня был болотистый, и лесной, да? Давайте генстепей. Ну что ж, вот я вам показал кентрозавров. Увидим в следующем видео. Закончим уже в следующем видео, думаю, с этим островом. С вами был Дарт Сидиус. Всем всего хорошего и всем пока.